Ребята, всем привет! С вами Вика. Я живу 20 лет в Германии, о том и рассказываю, начиная свой новый влог. У меня была пробежка, не пробежка, я просто быстрым шагом прошла 5 километров. Я сегодня фит. Вот, на обратном пути решила зайти на дачу, срезать травку. Дождя у нас пока нет, но вот-вот он уже пойдет. Вот, знаете, что нашла на даче? Малину я нашла на даче. И не одну ягоду. Не знаю, что с ней делать, потому что у меня даже дозы с собой нет. Как-то прям неожиданно приятно, что малина у меня есть. Второй раз пошла, получается. Так, сейчас снимаю специально для Оксаны. Она мне недели две назад, наверное, написала. Я помню про листы малины, но... Она у меня попросила листы малины. Но эти уже старые, что я хочу сказать, да? А вот эти, которые молодые, я не знаю, их, наверное, нельзя сейчас срывать, потому что они, ну, не знаю, можно или нельзя, как вы думаете. Я бы с удовольствием поделилась, но не знаю, они вот уже все засохли. Я думаю, что в них уже никаких полезных свойств не осталось. Смотрите, может быть, вот много надо, немного надо спросить. Короче, вот так моя малина выглядит, ну, уже сентябрь-октябрь месяц, что... Ягоду в дозу я собирать не стала. Я собрала ее всю в животик. Было очень вкусно. Мне спасибо. Здесь я грядочку скосила. И теперь надо розы обрезать. Я думаю, что все, они уже в этом году не будут больше цвести. Сейчас я их все обрежу красивенько. Ну, не то, что красиво, как надо, чтобы они на следующий год дали хороший результат. Вот эта роза всегда цветет. Хотя, смотрите, вот еще бутончик завязался. И здесь тоже бутончик еще есть. Здрасте, пожалуйста, октябрь месяц. Ну что такое? Ну, естественно, вот это вот все надо обрезать. Сейчас я ножницы возьму, обрежу. А этот кадр специально для Елены Аусхессен. Кстати, классная девчонка. Заходите к ней на канал Елена Аусхессен. У нее очень много прикольных видео. И вот я для нее специально снимаю. У нее тоже есть дача. Лена, привет. Вот урожай моей свеклы. Мы с Леной недавно болтали по телефону, и она говорит, я свеклу уже собрала, на терке натерла и заморозила. Я говорю, а мой урожай еще не готов, октябрь, посадила в июне. Нет, вру, в июле посадила. Будем варить борщ, ребята, с моей свеклы. Земля здесь такая. Это еще прям хороший урожай. Где-то вон там еще есть свекла. Вот еще. А, о, вот здесь даже может быть свеклинка хорошенькая. Ну-ка, давайте глянем. Ой. О, смотрите, прям. Один зубочек даже хватит. Вот такая у меня свекла, ребята, выросла. А здесь у меня сен сидит. Даже сен в этом году не хочет расти. Вот вы посмотрите. Хотя, смотрите, сколько там пчелок, если вы видите. Виктория сделала хорошее дело. Посадила сенф. Но обычно он вырастает, ну, метр высотой. А здесь вот 20 сантиметров от земли. Вообще в этом году солнца нет, дожди бесконечные. Ничего не растет. Вот он вырос такой, какой должен быть. Ой, как вкусно пахнет. Смотрите, даже семена будут. Ой, обожаю этот запах. Вот, сюда я зашла, мне нужно собрать... Перчики остренькие. Ну, тут уже даже подсох. То у меня перец закончился дома. А я люблю острое. Вот, урожай. Вот так вот. Все, собрала. Да, вы любите острое. Я прям без остроты, без этой ничего не могу есть. Мне нужно, чтобы все было острое. Говорят, это даже полезно. Ой, красота, да? Красные ногти, красные перцы. Опять скажет, ржет везде, как дырочка. Так, пришла я с дачи, пообедала. Настроение вообще никак не поднимается. Я думала, пройдусь, прогуляюсь, на дачку схожу.
Вообще, депресняковая погода, я не знаю. Нельзя мне выходные, нельзя. Осенью, зимой мне нужно работать каждый день, с людьми общаться. Я прям не могу без общения с людьми. В общем, сейчас беру Витю и вас беру, и мы пойдем в музей смотреть что-то новое, что-то интересное. В Юрт-музей пойдем. Все, давайте, встретимся там. Ну, аж у меня чуть-чуть настроение появилось, что сейчас что-то я увижу. Все, мы приехали. Здесь какая-то стройка идет. Ребята, первые экспонаты, я уже в шоке. Знаете, когда коты смотрят на экран телевизора и видят что-то интересное, они всегда заглядывают за экран и ищут этот объект. Я сейчас немножко в шоке, я не ожидала такое видеть. Вот я иду сбоку, и передо мной... Ах, камера не передает. Настолько реалистично 3D, как будто вот прям там сидит этот человек, такие глаза настоящие. Вот вы, ой, боже мой, жутко. Жалко, что... Вот, если я подальше отойду, ну, подальше картинка. А то, что я вижу, ребята, всем сюда, это шок. Такого я еще не видела. Вот прямо смотришь, вот реально, там сидит человек живой, настоящий. Нет, это как раз тот момент, где камера не передает, и это надо своими глазами увидеть. О, сбоку одна картинка, три картинки в одной. Дальше отходишь, стекло изо рта вылетает. Ребята, я бы вам много что показала, но прикол в том, что это нужно быть здесь и смотреть самому. Некоторые объекты можно, но это прям такое не очень интересное. А то, что меня прям взбудоражило мой ум, это надо самим смотреть. Потому что картинка проявляется, когда ты отходишь и подходишь, и ты видишь сразу несколько изображений, оно меняется. Зависит от дистанции, да, как близко вы подходите, отходите, изображение меняется. У меня аж голос дрожит, ребята, мне одна картина так напугала. Ух. Жуткая? Еще одна жуткая? О, боже. Кошмар. Вы видите, насколько реалистично, процентов на 10 от того, что я вижу. Или вот Уэлли сидит. Вот она как настоящая просто. 3D. Отходишь, нет. Она здесь, может, там есть какое-то отверстие, где она сидит. Даже сказать нечего, если честно. Ну, красиво. Что-то это означает. А, Бердхейм, 56-й год. Стекло, диапозитив, шталь. Кстати, вот эти картины, когда фотография идет, здесь вот картина идет, да, в 3D. Не так восхищает. Когда фотография, когда живой человек вот реально на тебя смотрит сквозь этот экран. Прям даже выходит сюда. И могу тогда сказать, это 1940 год. Значит, 3D появилось намного раньше, чем мы думали. Ну, в плане картин
видео появилось намного позже. Хотя вот это, получается, мать 3D. Такие картины. Здесь фильм про нашего дедушку Вюрта. Ну и вот, пожалуй, самый главный арт-объект, от которого я вообще в полном восторге. Ведь это что? Я предполагаю... Вообще, пишите ваше предположение, что это может быть. Я бы сказала, что это грецкий орех. Сейчас мы прочитаем, что это такое. Просто вот металл. Я так думаю, что металл, да? Да. Трогать нельзя, смотреть, сзади уже стоит. Металл, который бронза. А что это? Что это такое вообще? Замлингверд? Вы видите, что тут написано? Я нет. Короче, натура. Ну, на грецкий орех похоже, да? А здесь шпицегешпигель. Вот. Вот так это все работает, я так понимаю. Вот она я. О! О, какие у меня стройные ножки. Да. Прикольно. Здесь у кого-то гвозди лишние в гараже завалялись. Вот, дабы они не пропали, им нашли применение. Такую картину создали. Интересно, сколько здесь гвоздей? О, в 89-м году, кстати. И вторая такая же, цвилинг. Это в черном, это в белом такой декор. Ну, вот этим меня не удивить, потому что я очень много работ видела. Намного интереснее, да, особенно когда портреты делают вот в таком, такой техникой, да, не в стиле, а в такой технике. А здесь просто по кругу. Это, наверное... Наверное, первый человек делал, который вообще Нагелен Фарбе auf Leinwand und Holz. Угу. Так, 89-й год, да? Наверное, потому что такая техника была популярна лет 10-15 назад. Вот прям сильно много работ было в такой технике. Сейчас как-то... Ну, либо я уже этим не интересуюсь. Ну, не знаю. Здесь какие-то 40 тысяч квадратов. Здесь тоже. Не знаю, на трех картинах или нет. Но все вы прекрасно узнаете, да, что это такое. Как видите, это называется в современном мире? Штрих? Нет. Пиксель. Да не пиксель. QR-код, да? Вот, напоминает. Ой, это моя жизнь. Все двери закрыты. Потом они разом все открываются. И ты не знаешь, в какую зайти. И когда решаешься, они снова все закрываются. Так, мы сейчас с вами в сувенирной лавке от этого музея. И у меня к вам один вопрос. Так, вот эта штука, я не знаю, как она там. Shimmering Rainbow. Она на английском написана. В общем, вот эта штука, видите, это пластик или целлофан, или как это назвать, не знаю, красивая, да, вообще обалденная. Я бы хотела таких штук 10 домой. Так поднимает настроение. Прикольненько. Вы поняли, да? Это полиэтилен, пластик, я не знаю, что это, материал. Ну, легкий такой вот прям. Давайте я прикоснусь, и вы поймете, что это. Просто пленочка. Вопрос. Сколько это стоит? Отвечу в следующем видео. Пишите свои догадки. Это правда вопрос. Очень классно смотрится. Как вы думаете, сколько стоит такой шар? Вышли мы с музея. В общем, знаете, меня так разыгрывала женщина, которая смотрительщица этого музея. Не знаю, как ее назвать. В общем, когда заходишь на имфанг, да, вот там сидят люди,
ты спокойно проходишь, спускаешься вниз в сам музей, и там к тебе подходит женщина и говорит: вы с сумочкой, сумочку нужно оставить в камере хранения, вот здесь. То есть это надо подняться назад, сумку оставить и спуститься назад, да? У меня вопрос, почему здесь на Имфанге никто не говорит, что нельзя сумками заходить, или почему не висит какое-то объявление, да, хорошо видимое для всех. Вот. Я поднялась, сумку спустила, и потом она, ну, настолько, я не знаю, я не хочу ни о ком плохо говорить, но просто до того приставучий человек, она от нас не отходила, она постоянно шла по пятам. То что-то комментирует, что-то говорит про картины, что-то... Ну, не знаю, я прихожу, если мне нужна помощь, я спрошу. Если нет, я хочу сама насладиться тишиной, картиной, выставкой. И я не очень люблю, когда ко мне люди... И мы даже уже в лифт зашли, чтобы на другой этаж спуститься. Она чуть ли не дверь вот так ногой приткнула, чтобы лифт не уехал. И говорит: а там внизу? И начала нам рассказывать, что там внизу. Да ё-моё, что происходит? Ну, ей не понравилась моя реакция, потому что мне не понравилось реально, что мне нужно было снова идти наверх, сдавать сумку и опять возвращаться, ну, как бы это время. Вот, а его у нас, как вы сами знаете, очень мало, да? Это центр нашего города, Михаил. Он меня преследует, это имя меня преследует уже который день, ребята. Красивый вид, здесь панорама такая прям на старый город. Здесь вот старый дворик. Старое-старое здание, да? Обалдеть. Вот. Ну и что мне тут особенно нравится? Это лимончики. Это же лимончики, да? Настоящие. Здесь лимоны. Здесь мандарины. Мандаринчики. Где они? Посмотрите, какая прелесть. Вот. А так вот зеленые мандаринчики выглядят. Обалдеть. И с этой стороны тоже что-то интересное. А тоже лимоны. О, кстати, вот здесь хорошо видно, что это прям лимон-лимон. Еще не созревший. Вот на зиму эти деревья убирают. Потому что у нас неподходящий климат для лимонов на улице. Вот так все, закончилось наше путешествие. Пошли? Кстати, вход в музей абсолютно бесплатный. Только за парковку нужно будет заплатить 2 евро. Парковка очень узкая. На больших машинах, прям посмотрите, сколько здесь цвета оставляется. Даже на моей маленькой машине, как бы я очень осторожно еду, а на больших машинах сложно. Везу Леона на фаршуле. Включила камеру, а двери не открыла. Отвезла Леона на фахшуле еще 8 раз, ребята. На следующей неделе будет сложно, потому что у меня вторая смена. Надо будет кого-то просить. Заехала в Шпаркассу, я говорила, да? Так у нас выглядит Шпаркасса, которая новая в Хессентале. И вот так выглядят цветы. Арт-объект. Еще один арт-объект за сегодня. Я вся красная, лохматая. У нас ветер, как всегда. Блин, ребята, у моего ребенка характер, я в квадрате, просто иногда он меня может так добить, я не знаю, бесит он меня, честно. Сейчас он мне принес тест, первая оценка, он второгодник, да, кто не знает? На абитуре нормально быть второгодником, это наше общее принятое решение было, еще в декабре прошлого года. И он получил первый тест. И оценка была из 15-12 пунктов. То есть у них не оценки, а пункты идут. И у него вот из 15-12. Ну, для абитура это отличная оценка. Ну, это прям твердая такая четверка с плюсом. И он там написал, короче, какое-то слово с маленькой буквы, начал предложение. Я ему просто сказала, что: о, с детства у тебя одна и та же ошибка. Это Grossen Klein Schreiben. Как он взорвался. Да я получил, да я... Короче, мы с ним пересобачились, не знаю. Я его сейчас отвезла, ехали молча. Это прям я в квадрате, реально. Вот сейчас, наверное, заеду на работу попить кофеёк, потому что мне 1,5 часа, надо где-то время провести, домой далеко ехать. Так, все, я уже немножко поработала, отвезла Леона домой и заехала в Кауфлянд, привезла Витю на закуп. Осталось найти Витю.
я его оставила, уехала, теперь опять приехала. Чувствую себя каким-то таксифарером сегодня, честно. Мне, в принципе, здесь ничего не надо. Там вот ангибот и нагартон. Пойдемте посмотрим. Боже мой, какой тут чайник прикольный, ребята, вот он. А, это отдельно, я думала, это вместе, нет. Я сейчас часто чай пью, казахстанский, черный. Он что-то 15 тёре. А выглядит вообще симпатично, да? А это для подогрева. Знаете, как по-казахски чаевничать? Чай без... Он и энды. Чай, 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 чай. По несколько чашек выпивают в Казахстане чая. Кисешки или кисаюшки, не знаю, как правильно называется, не помню уже. А здесь вот, ой, 50% скидка на траву. Не на траву, а именно... Или это сама трава? Это реально сама трава. У меня, кстати, трава мхом поросла. Я не знаю, что делать. Ну, скорее всего, до весны будет так стоять. Надо мох просто вычесать, а весной посадить уже, наверное, траву. Вот бы ее сейчас купить, да? Завтра посмотрю. Вот, для компоста тоже 2,99. Прикольная штучка. Ну, чтобы листики, веточки, все это. У меня же есть компост, чтобы быстрее все это переваривалось и в землю превращалось. Вот, 50% на все, что мне надо. Хотя дачный сезон уже закончен, мне уже ничего не надо, наверное, на следующий год. Вот кому интересно, может. Ой, ойра 49, посмотрите, а стоило 3 евро. Кстати, вот эта фирма неплохие инструменты. Я покупала в прошлый раз, ну, год назад, наверное, до сих пор держится. Если только не потерять, знаете, если потерять, вообще плохие инструменты. Они очень быстро теряются, потому что они зеленого цвета. Если я где-то работала, оставила, потом ты не найдешь до следующего сезона. Поэтому, если я покупаю, то стараюсь поярче, знаете, какие-то желтые, красные. Розеншерри. Вот эти шеры, они сами по себе шеры хорошие. Но вот эта штука у меня на всех ножницах теряется. Если она вот не закреплена, вот она у меня теряется. Поэтому надо купить те, которые не без этой штуки. Нет, это тоже с этой штукой. Пружина или как она? Как ее обозвать? Перчатки. Так, здесь сковорода от Сифаль. 67% скидка за 32 евро, стоило 99. Чё, что, реально такие дорогие сковородки бывают? Что в ней? Ну, тяжелая. Так, ну, наверное, моя также стоила. Просто я ее по пунктам покупала, которые вот собираются, пункты в Кауфлянде здесь при покупках. Ой, у меня такая есть сковородочка на одно яйцо. Ей никто не пользуется. Лежит просто так. О, лопаточки силиконовые. Ну, это, наверное, такой, знаете, силикон. На один раз забудешь на сковородке. До свидания. Ой, ладно. Что тут еще интересного? Да ничего, просто вот эти красные цены, они вот, знаете, как всегда, надо. Все надо. Но я не шопоголик, я не покупаю то, чего мне не надо. Только если вот реально надо. Вот свифер мне надо. Ну, не сейчас, нет. Я пошла искать Витю, и Рихтенгхайм уже надо. Мимо Чиба я тоже никогда не могу мимо пройти. Раньше я в городе часто была, каждый день, сейчас как-то не так. И всегда заходила, здесь такие вещи классные продаются, прям по квалитету. Или онлайн я тоже заказывала. Что-то такое необычное и хорошего качества. Все же знаете мою розовую куртку, я вам сейчас секрет открою, в которой я уже года 3, наверное, гоняю безвылазно. Такая вот, как медвежонок плюшевый. Я ее купила по распродаже в Чибу, не поверите, за 13 евро. Я не помню, там какая-то 70%, что ли, скидка была во времена короны. Тогда только онлайн можно было что-то купить. И до сих пор ей вообще ничего не делается, и я ее до сих пор ношу. Это большая редкость, что я какую-либо вещь 3-4 года ношу. Ну, сейчас как-то, ну, ничего нету. А так вещи мне нравятся здесь качественные. Это фельбюрсты. 10 минут до закрытия пошла я, короче, ребят. Вот, кстати, опять та же история. Хорошо, сейчас 10 минут до закрытия.
люди, где такое чувство опять, что я ночью одна в супермаркете. Даже на кассе не так много людей. Сегодня у нас, кажется, среда. Ничего не надо, все. Виктория, давай, иди на кассу. Не нужна тебе Пизанская башня сегодня. Только то, что в левой руке поместилось. Все, зубные щетки, шампунь и ополаскиватель. Забыла, что у меня все закончилось уже. Срочно надо купить.